Эй, бро, что ты пялишься на меня? Молчи, внимательно слушай. Если не хочешь умереть, то гони бабки сюда, а то пристрелю. Но у меня нет денег. Врешь. Если у тебя денег не было бы, ты бы сюда не пришел. Но эти деньги мне нужны, чтобы я вернулся домой. Думаешь, что у бандита вроде меня есть чувство и совесть? Да я разорву тебя. Вот, можешь взять мои ботинки, они стоят $20. Все равно не убедил.